Моди Мириан. Ну как, да, летит? Руки согнуты. Да. Когда придёт саммит, вот выпрямиться, и всё будет нормально. Конечно, гадайте. Страшно, ребята. Ты шукан гадит. И кидан спитал. Так, сейчас надо будет разбегать, мне дадут команду, да? Вам видно вообще? Кто бы вы не смотрели это видео? А, круто! И сейчас мы тут снежные вершины. Кайф. Ну что, вот так каждый день, да, летаете? Да. Я люблю это вид спорта. Я только с парашютом один раз прыгала. Да? Да. Это другое. А это другое, да, вообще круто. Здорово. Красота. А вон еще ребята летят, видите? Мы их снимаем. Тихо, я тебя горжусь. Я молодец. Это камера. Давай. Слушай управление. А на нем можно, да, регулировать высоту? Да, это поток. Если ходите наверх. Ага. Понятно. Красота. Вообще красота. И солнышко. Ух! Как будто мы чуть-чуть снижаемся, да? Чуть-чуть назад? Назад, да. Все идеально? Да. Мы с вами стали очень близки. Это кайф, как тут красиво. Очень красиво. А вон там какие-то ребята прямо низко в земле опускаются.
мы тоже опускаемся ниже. А, они уже на посадку идут? Не-не-не, вот здесь жди. Ладно, вот я смотрю, а нет, я полетели. Сейчас я им ручку помашу. Дэн! Такие они маленькие, вот смотрите, вы еще видите, они еще малыши. Ребята снижаются как-то очень резко. Вот. Вообще низко летают. Очень-очень-очень-очень. Ребят, мы на уровне снега. Прикиньте, вот там снег.
как маленькие букашки. Что-то я никогда не видела столько овец. Вообще кайф. Ух! Я теперь понимаю, почему пьяным сюда не пускаю. Вон там кто-то тоже веселится, да? Что-то там очень жестко. Это экстрим. Но так-то жестковато. Что-то мне даже смотреть на них стало страшно. Ребята, овечки! Овечки, ребята! А мы приземляем. Тут уже овечек. Сейчас овечек еще поблизости посмотрим, вообще офигеть. Красиво, мы в каньоне. Как военная дорога. Овечки, блин, овечки. Максимально аккуратно. Так. Что делать надо? Подожди. Сначала GoPro-шку. Bye-bye. Пока. Пока. Было тепло. Пока.